так как в прошлый раз некоторые комментаторы очень сильно расстроились тому, что я раскритиковал отель и сказали, да это ты сам, короче, все испачкал и потом типа снял. Короче, вот я только зашел, вот еще вещи стоят, вот я только разулся. И, собственно, вот здесь вот только включил свет. Пойдемте сразу смотреть с пылу с жару. Во-первых, смотрите, какая роскошь просто вот эти двери. И не зря называется Сулейман отель. Идемте сразу в ванну с этой двери. Что, здесь, в общем-то, придраться вообще не к чему. Туалетная бумага. Полный рулон, кстати говоря, полный. Внимание. Зубные, значит, щетки, мыльно-рыльные всякие там, гели, мыло и вот это вот все. Ванна. Ну, она, конечно, как обычно в отелях пластиковая, но в целом нормально. Ничего страшного. Полотенце, все чистое. Ковер. Смотрите, здесь везде вот такой ковролин. И он чистый. Ну вот, как бы что-то тут, конечно, есть какие-то пятна, но это типа это не это. Это, скорее всего, повреждение, а не что-то, что-то страшное. Вот, шкаф. Давайте проверим, работает ли у нас шкаф. Вот, видите, ничего не цепляется ни за что. Все прекрасно. Шкаф чистенький, все беленькое, все просто максимально помпезное и симпатичное. Телевизор небольшой, холодильничек, ну, само собой, тоже небольшой. Блин, какие тут шторы, вы посмотрите просто на эти шторы. Шторы чистые, во всяком случае, никаких следов жизнедеятельности не видно. О, смотрите, тут есть и чай, и даже кофе три в одном, и две бутылочки воды. Просто вообще роскошь какая-то. Ну, немножко, конечно, вот тут покоцанная тумбочка, ну ладно, это ничего страшного. Ой-ой-ой, тут еще бархоточка, вихоточка. Ого-го-го-го. Вы посмотрите на эту роскошь просто. Чтоб ничего не гремело, не шуршало. Ну-ка, а здесь, в этой тумбочке, что как? И здесь тоже вот это, да. Не, ну вот, смотрите, и вот этот вот тумбочка. Так, у меня вроде... Или это не здесь был вид на сад? Нет, не здесь, по-моему. Вид... Вид на стройку. Ладно, ничего страшного. Не собираюсь туда, в общем-то, смотреть. Картина какая. И люстра. И свет. Вы просто посмотрите на этот свет. Здесь можно практически снимать вообще, как студию, арендовать этот номер и снимать. И это роскошь за $35. Круто. А еще, кстати говоря, вот когда я в прошлый раз был в Бухаре, я не видел... Тут просто прям подряд стоят несколько таких вот отелей. Причем это они небольшие достаточно. То есть, ну, я не знаю, насколько тут номеров, но не очень много, по всей видимости. И, знаете, там прям вся парковка вообще просто вся свободна. И машин можно ставить сколько угодно. У них есть ресторан. Причем он, я так понял, работает даже и как ресторан. Хотя, может быть, вот сейчас не работает. Но смысл в том, что завтрак будет там с 8. Посмотрим, что там за завтрак. Если получится, сниму. Если не получится, расскажу. А так отель снаружи выглядит. Вот та самая пустынная парковка. А рядышком еще один. Я, кстати, когда бронировал, вот этот вот Дэнди у меня тоже был в списке. Но я почему-то выбрал Сулеймана. И в целом ни о чем не жалею. Я вообще, честно говоря, думаю, что этот отель, пожалуй, пока что один из лучших, как минимум, по соотношению цены и качества. А то, знаете, я типа про... Худший отель Узбекистана рассказал, вот надо теперь про это. Про лучше-то тоже рассказать, а то так негоже. Не знаю, как насчет прямо лучший, потому что все-таки, знаете, тут от цены тоже много зависит, но за $35, как бы, реально очень чистый отель, все очень аккуратно, все очень круто. Вот еще завтрак заценю, и тогда точно сделаю вывод. Ну а сейчас пока пойду посмотрю достопримечательности Бухары. Да, кстати, что я в Бухаре-то? Я еду вообще в этот, в Нукус и в Муйнак. У меня было... Мечта доехать до Аральского моря, но, судя по всему, я не успею просто по времени, потому что, как мне сказали знающие люди, из Нукуса до Муйнака ехать часа 3, а до юртового лагеря на берегу Аральского моря еще часов 5. И, соответственно, ну не успею я, короче говоря, потому что у меня всего буквально один день на Муйнак. Вот. Но я думаю, что серия роликов там тоже получится достаточно большая, потому что многие города планирую посетить, у меня 5 дней. Короче, что получится, то получится. В любом случае, все эти ролики уже, скорее всего, на канале, потому что этот ролик — это, как обычно, бытовые вот эти вот моменты, как, типа гостиниц, там, дороги, вот этого всего прочего. Так, надо карту посмотреть, правильно я вообще иду или нет. Да, иду я правильно. Короче, если вообще, в принципе, я сейчас просто хочу прогуляться по Бухаре, просто отдохнуть, может быть, зайти что-нибудь поесть.
Если кому интересно именно конкретно про Бухару, у меня уже ролик есть про Бухару. Я, кстати, когда в прошлый раз в Бухаре был, я ел тут плов. И мне вообще обещали, что плов здесь, в Бухаре, более постный. Ну, как обещали. Просто одна знакомая, которая родилась в Ташкенте, говорила мне такое. Но когда я сюда приехал, он был не очень постный. Он был прям достаточно жирный, я бы сказал. Но в этот раз я плов есть не буду, да искать не буду. Да и время уже много, на самом-то деле. Я же из Ташкента ехал. На дорогу у меня, получается, ушло где-то 10 часов. Ну, я еще там выходил в Наваи, там я прогулялся. Потому что что-то я подустал, немножко ноги подзатекли. Вот. И, короче, буду что-нибудь другое искать. Ну, тоже, наверное, местное. Но хочу там где-нибудь, где самые главные достопримечательности, какую-нибудь кафешечку найти. Сходил только что на завтрак. Слушайте, у меня такое ощущение, как будто они прям реально под меня делали этот завтрак, потому что я обычно завтракаю яичницей. И вот это вот все то, что было на столе, как бы там не шведский стол. То есть подается вот такая вот, не знаю, как сказать, тарелочка с колбасой, с сыром, хлеб, там изюм, эти грецкие орешки, вот. А потом мне еще вот внесли этот, короче, яичницу. Просто глазунью из двух яиц и сосиска, так, что так прикольно нарезана она была. Вот, кофе, правда, тоже растворимый только, но в целом можно так, хотя бы для вкуса, с круассанчиком, который там тоже был, в общем-то, нормально. Поэтому, да, слушайте, это пока действительно именно вот по соотношению цены и качества, я понимаю, что есть там отели дороже, в которых, может быть, будет лучше, но, простите, как бы, я вот вчера специально посмотрел, разница между вот этим самым плохим отелем, в котором я был в Шахрисабзе, Кеш Пэлас называется, да, и этим отелем, разница в цене в 90 тысяч. Это, ну, типа, для россиян, скажу, переведу, это где-то 650 рублей, где-то примерно так. Ну, 700, окей, округлим. Но 700 рублей за уровень просто, извините меня, небо и земля, ну, по-моему, это очень круто. Я уже в целом собрался, сейчас я поеду дальше, поеду в Нукус. А точнее, не совсем в Нукус, там перед Нукусом нужно в одно место повернуть, потому что там, что? Правильно, башня молчания зороастрийских еще времен. Но для начала все равно нужно найти заправку, а то я помню, как в прошлый раз было, когда я поехал в сторону Хивы, а там трасса-то классная, трасса хорошая, но про трассу мы чуть попозже поговорим. А вот заправок там что-то не очень много. Я в этот раз даже с собой взял канистру бензина 20 литров, на всякий случай, чтобы в пустыне не остаться. Короче, еще вчера рядом с гостиницей обнаружил вот этот кофейный киосочек, кофе и сладости, но вчера он не работал, а сегодня утром, представляете, работает, открыт. Это ж чудо какое-то. Ну все, день обещает быть прекрасным. Рикуй, шучара. Я могу себе кабает видео. Продолжаю я свой путь к башне молчания. Слушайте, что хочу сказать по поводу дороги. Вообще, меня на самом деле, я еще когда первый раз в сторону Хивы ехал, меня очень удивило то, что дорога из Ташкента в Самарканд и дальше в Бухару, она, ну, такая, так себе, мягко говоря. Ну, в целом, она хорошая в том плане, что там по две полосы в каждом направлении, но местами она прям вообще не очень. То есть местами рытвины, местами где-то прям ямы, местами где-то вспученный асфальт, что людям приходится именно по одной только полосе ехать. И потом, когда я за Бухару выехал, вот я помню, год назад там еще шло строительство, шел ремонт этой дороги крупный, но здесь прям вот реально до Нукуса идет просто вот в лучших традициях автобанов практически. То есть прям очень круто сделано. Она вот сейчас там за мной. Эта дорога. Ну, в общем, потом еще покажу ее. А я такой думаю, блин, как так-то? Ну, такие основные туристические направления из Ташкента, это все-таки Самарканд и Бухара. И сейчас, мне кажется, я догадался, почему. Мне кажется, что здесь все-таки месторождение газа. Не зря же здесь, собственно, есть город, который называется Газли. Я так думаю, что это связано как-то. И да, еще хотел, можно сказать, выразить респект УЗ-Автодору, если такое вообще существует. Ну, в общем, короче, дорожным узбекским службам за то, что эту дорогу, в принципе, достроили. Причем там достаточно, мне кажется, большое было расстояние. Вот когда я год назад ездил летом, там, мне кажется, километров 40, наверное, было строить дороги. И сейчас, короче говоря, вот практически вся дорога от Бухары, она прям вот по две полосы, она ровнейшая просто. Причем я даже не знаю, почему здесь ограничение 100. Ну, там местами вообще 70, когда из Бухары выезжаешь. Ну, там ладно, да, это потому что населенные пункты. Вот, а дальше 100. Тут можно больше. Я не буду говорить, сколько я ехал местами. Ну, как бы камеры, конечно, есть, это все понятно. Вот.
Дорога классная, и реально очень круто, что так быстро ее достроили, вот до Бухары получается. Потому что в прошлом году я вот, ну, долгое время ехал так, там, вот эти 40 километров там было, там очень часто приходилось съезжать на, ну, по сути, просто на грунтовую дорогу. А сейчас там буквально пара мест, и то они очень короткие, то есть прям вообще сейчас прямая дорога. Я даже не знаю, почему навигатор мне пишет, что мне ехать 5,5 часов, ну, просто мне осталось ехать 220 что-то там чем-то километров. Если я даже со скоростью 100 км в час буду ехать, ну, это там 2 с небольшим часа. При том, что здесь сейчас уже реально вот просто едешь постоянно 100, как бы, и даже ограничений, ну, меньше 100 нет, даже если ехать вот ровно 100. Да, и еще пару слов об отеле, в котором я был в Бухаре. Вот почему, собственно говоря, отель хороший. Когда я был на завтраке, ко мне подошел человек, который вот там на завтраке был. Это, оказывается, управляющий. Он представился управляющим. Он меня спросил, как бы, как, что мне понравилось, что не понравилось. Мы с ним поговорили. Я ему сказал, что, блин, вообще все очень круто. И нет, я как бы не считаю, что постоянно ко мне должен подходить управляющий и спрашивать меня. Нет. Но, в принципе, вот отношение к посетителям тоже о многом говорит, когда вот, ну, в принципе, даже если бы это был не управляющий, какая разница, то есть, да. Короче, очень крутой отель. И еще у него расположение все-таки прям максимально крутое именно для автопутешественников, потому что, во-первых, там буквально минут 15 идти до основных достопримечательностей, ну, то есть там километр 200, по-моему, что ли, и на выезд вот до Газлийского шоссе, с которого выезжаешь вот на эту трассу, там что-то ехать, ну, минут 5, километра 2, ну, короче, где-то так. То есть вообще прям очень быстро на него выезжаешь, и все, и по прямой. Это, кстати, знаете, у меня был такой немножко российский флешбэк, когда это еще, помню, Павел Воля шутил, типа, если вы из Владивостока выезжаете, то вам навигатор пишет, через 9000 километров поверните направо. Ну, это, конечно, преувеличение, но тем не менее, я вот помню, когда мы из Питера в Москву выезжали, да, выезжаешь на эту трассу М11, и он тебе реально пишет, через 300, там, под 400 километров съезд, поверните направо. И вот здесь то же самое. Я выехал на это Газлийское шоссе, и он мне говорит, через 365 километров поверните налево. Ну, это потому, что я еду сейчас в Башню Молчания, как бы. А я думаю, что до Нукуса там было бы вообще 400, в районе 400, там, 400 с небольшим, как бы, потому что от Башни Молчания до Нукуса где-то 45 километров. Остановился я, знак «Привал» был, и, в общем, вот здесь такая площадка. Тут небольшой павильончик, в котором продают. Ну, короче, я купил себе сникерс и кофе. Кофе, конечно, растворимый, ну и ладно. У меня нерастворимый, я могу и сам себе сделать. Это просто чисто для вкусовых рецепторов. Обратил внимание, тут такая забавная. Смотрите, какие здесь узкие вот эти вот разлинованы под парковку автомобилей. Вот просто, чтобы вы понимали, я вот заехал. Вот, получается, левой частью я стою прямо на полосе. А правая часть... Она чуть-чуть даже, как бы, ну, если бы она до сюда была нарисована. Да, короче, эти линии точно не под коптиву сделаны. Ну, а вот и сама дорога. Собственно, как я и говорил, по две полосы в каждом направлении. Вот там вот едет встречка. Она вообще там, короче, она очень далеко от нас. И я, кажется, понял, почему навигатор мне пишет, что я приеду только без 24. Потому что общий километраж, общее расстояние до точки 370 километров. А через 206 будет поворот налево. И вот этот поворот налево, чую я, после него начнется такая дорога, что, наверное, я там уже не смогу спокойненько ехать 100 км в час. Так что, видимо, эта дорога, она не прямиком до Нукуса идет, вот такая. Ну ладно, через 200 км посмотрим, куда мы свернем. Вот, судя по всему, не зря я взял канистру бензина, потому что уже третья заправка, бензина нет. И та, которая... В прошлый раз я проезжал, там снова бензина нет, потом следующая, на которой я заправлялся, нет бензина, и на третьей тоже бензина нет. Но у меня еще чуть меньше полбака, до волшебного поворота осталось 106 километров, до него мне точно хватит. А дальше будем смотреть, если не найду ничего, то придется воспользоваться канистрочкой. Смотрите, какую постапокалиптическую заправку я нашел. Был указатель, что бензин, дизель, но... Вот такая вот. Постучался в окошко. Мне никто там двери не открыл. Окошко не открыл. Тут даже стекло разбито. Интересненько. Тут вот еще такая же пристройка тоже. Очень внушает доверие. Короче, хорошая дорога закончилась еще раньше поворота. До него еще вот 9 километров. А бензин так не появился.
Не знаю, вот сейчас вот какая-то заправка. Сейчас узнаем, может, у них есть бензин. Вроде даже шланги не закручены. Ничего себе. Сейчас посмотрим. Ну что, вроде успех. Говорят, что есть 92-й. Ну, тут прям новенькие автоматы по заправке. Сейчас. Наконец-то. Ага, спасибо. Сейчас наконец-то заправлюсь. Ну все окей, я заправился. 42,3 литра влезло. Это на пробег 342,5 километра, что ли. Короче, я посчитал, получилось, что расход 12 литров. Каптива, конечно, могет. Это при том, что я ехал по шикарной трассе. Как бы, ну да, я там немножко хулиганил, как бы. Я не постоянно на круизе ехал, типа там 100 километров в час. Бывало, ехал больше. Блин, боюсь штраф прилетать. Ну, буду надеяться, что нет. Да, жаль, конечно, что дорога стала какой-то вот такой. Я сейчас, и типа здесь, кстати говоря, вот тоже пишет мне навигатор ограничение 100. Но по такой дороге, как бы, я думаю, и так слышно, как все гремит. Я не представляю просто, как здесь можно ехать 100. Нет, можно, конечно, но что-то я не очень хочу. Ну, не знаю, может быть, подальше будет получше, потому что если с такой дорогой ехать, то что-то я боюсь, я не доеду до 2,45 до туда, 168 километров. Ну, посмотрим. Да, дорога здесь, конечно, вообще уже жесть какая-то. Вот просто вот тот поворот, вот эти 10 километров, я все, знаете, ждал вот этого поворота следующего, который принесет счастье, удачу и хорошую дорогу. Но что-то так пока и не случилось. Уже это получается 10 километров, как я там свернул, потом еще 30 километров, и потом он еще нарисовал 65 километров. Вот сейчас я их еду, мне остается 22 километра до поворота, но дорога просто жесткая. Вот сейчас вот... Вот так неохота было останавливаться. Вот все вот эти вот машины, которые сейчас проезжают, я их всех обгонял. Потому что люди, ну, как бы, стараются объезжать ямы. То есть ты уворачиваешься от ям, ты уворачиваешься от людей, которые объезжают эти ямы. Ты обгоняешь тех, которые едут там, не знаю, 30 вообще, просто ползут еле-еле. Но с другой стороны, знаете, здесь достаточно интересный пейзаж. Такая уже прямо желтая пустыня. Тут, по всей видимости, что-то добывают. Вон какие-то, там даже он какой-то... А, он куда-то за какой-то холм спрятался. Там, короче говоря, ездил какой-то экскаватор такой оранжевенький. Ух, да. Как-то так. Что-то не достроили, видимо, дорогу до Нукуса. Видимо, та дорога не для Нукуса. Аллилуйя, братья и сестры. Наконец-то, оказывается, с той стороны тоже строят все-таки нормальную дорогу до Нукуса. Правда, я не знаю, мне сейчас вот через 800 что-то там немножко куда-то говорят свернуть, и что-то я не очень хочу, потому что наконец-то только-только началась вот эта вот прекрасная дорога. Вон, видите, где встречка, вот там вот два грузовичка вон там едут. Вот провозик справа от меня. Вот, собственно говоря, да. Но вот эти 150 километров где-то примерно вот этой вот прям разбитой дороги, это жестко. Это жестко. Короче, походу навигатор немножко сам попутал. Я уже как бы по этой дороге еду. Ну, короче, наверное, здесь просто не так давно что-то еще продолжили. Но знаете, грустно то, что там, где закончили вот этот участок вот этой дороги, там такое ощущение, что там нету никакой техники. И как будто бы не очень понятно... Нет, вообще, в принципе, как бы там местами не очень понятно, как эту дорогу дальше продолжать. Может быть, они тоже решили об этом подумать. И может быть, в каком-то другом месте будет объезд. Ну, потому что вот эта вся дорога-то, она в основном идет среди населенных пунктов. Надо как-то объезжать. Ну, я думаю, они с этой задачей справятся. Но вот эти 150 километров, это, конечно, это жестко. Я не знаю, я стопудово поеду в сервис смотреть, что у меня с подвеской, потому что панель у меня скрипела просто как не знаю, что тут. Ну, так она обычно не скрипит. Но там было жестко. Там было жестко. А эту башню-то прямо даже с дороги видно. Какая она огромная все-таки. Но она на холме стоит. Интересно, как там до нее, до самой дороги. Ой-ой-ой. Так, надо притормозить. Ну, в общем, дорога здесь, как и положено, вот такая. А, кстати, та двухполоска, она недостроенная, на самом деле. Блин, надо, наверное, свернуть отсюда с этого грейдера. Что-то совсем жестко стало. Поначалу нормально было. Короче, недостроена там дорога эта.
И она потом опять в одну полоску превращается, ну, по одной полосе в каждом направлении. И, собственно говоря, я там через недостроенную вторую половину дороги перескакнул, в общем, и попал сюда. Сейчас посмотрим, что там такое. Наконец-то я до нее добрался. Это башня молчания. Она же Чулпык, она же Шулпык. Смотрите, куда мне карабкаться надо по ступенькам. Выглядит круто. Там, кстати говоря, вот с той стороны можно было даже, там какая-то дорожка, что вроде как даже на машине можно подняться. Но она так выглядит не то чтобы очень уверенно. Что-то я очканул. Так, а про башню, собственно, смотрите в ролике про Нукус. А он, скорее всего, уже есть на канале. Так что сейчас будет ссылка, наверное, на него. Ну или сами найдите в плейлисте про Узбекистан. Так, ну что, залез я наверх. Видно меня, не видно? Вроде видно. Короче, вот оттуда мы ехали. Вот видно эту дорожку. Вон там даже, может быть, вдалеке видно, как машинки едут. Я уже, в общем-то, все посмотрел. Знаете, интересная местность, конечно. Вот, смотрите, какая тут штука. Сейчас покажу. Ну, во-первых, вот там Амударья у нас. А во-вторых, тут даже вот какие-то горы видно. Видно какие-то горы. И вон там вот видно поля. Кто угадает, что это поля? Вот, собственно, та часть недостроенной дороги, через которую я заезжал. Вот там, видите, машина едет туда, вон там вот другая едет обратно. По тому же полотну. А вот здесь вот дорогу строят, но еще не достроили. Ну, собственно говоря, вон там вдалеке кучка на холме, башня. Смотрите, какой интересный домик тут в Нукусе, прямо на въезде. Ну, собственно, все то же самое с гостиницей Нукуса. Вот, только зашел, вот, вещи еще не разобрал. Кстати, забавно, когда ходил там у этой башни, такие кроссовки теперь в песке, как будто с пляжа пришел. Ну, здесь номер немножко попроще. Тут вот такой пол, доски, которые немножко даже поскрипывают. Зато здесь столько кроватей, что я даже не знаю, на какую спать. Как бы я один, в целом, мне вообще столько не надо. Одна кровать полутораспальная и одна двухспальная. Ну что, в целом нормально, но в Бухаре, конечно, покруче был отель. Какие тут картины, смотрите. Тут верблюды, девушка с лошадкой. Это, конечно, не ванна, но нормальная такая душевая, большая. Гель, мыло, мыло причем даже такое же прям. А вот зубных принадлежностей здесь нету. Это жаль. Зато тоже есть фен. Вот здесь, кстати говоря, должен был быть вид на сад. Давайте посмотрим, что там за вид на сад. Что-то как-то я не вижу сад. Слушай, зато у них внутренний двор просто офигенный, там юрта стоит. Называется ЖПЭК Жилой Ин, а находится он по адресу ЖПЭК Жилой 4, по-моему. Нормальный отель. Кстати, в Нукусе есть даже кальянные. И вообще, на самом деле, я заехал в город прям такой прикольный. Много всяких разных кафешек, ресторанов, каких-то бутиков, шмутиков, чего тут только нет. И да, есть даже, вот я говорю, целых, по-моему, 6 кальян-баров здесь. Я думаю, в один из них нагрянуть либо сегодня вечером, либо уже завтра вечером. Но вот еще хотел внутренний дворик показать. Тут юрт стоит. Это вот отель ЖПЭК Жилой. Тут, конечно, очень атмосферно можно проводить вечерочки. И не только вечерочки. Блин, надо все-таки как-нибудь попасть в юртовый лагерь. Интересно, что это такое, пожить в юрте. Гулял, значит, я мимо музея Савицкого, и ко мне подошли два парня. Говорят такие, do you speak Russia? Я говорю, конечно. В общем, короче, ходили они, значит, это с двумя пиццами ходят. И, значит, говорят, продегустируйте. В общем, короче, в небольшой рекламе местного заведения снялся MJ Lounge, называется, по-моему, так. Прикольно, вкусная пицца. Нравятся мне такие, знаете, походы. Тем более, я целый день ничего не ел, что-то как-то нигде не остановился. В итоге я только вот позавтракал. И все. Еду я в Миздакхан. Тут такой за окном прямо индастриал.
прямо очень-очень интересно, как это сочетается с тем, куда я еду. Хотя, с другой стороны, ну а что, до него еще ехать 4 километра, так что в целом, наверное, нормально. Да, я так понимаю, что Нукус — это прям город, в котором добыча идет. Там тоже что-то с той стороны. Так, похоже, это оно. Ну, размер впечатляет. Ничего себе, какое большое. Ух ты, смотрите, как сделано. Вот таких я еще здесь не видел. В общем, там такое ощущение, что в основании все-таки кирпич, а сверху вот это вот как глина с соломой. Ну что, ребят, Мездокхан посмотрели, пора ехать в Муйнак. Блин, я просто проехал к заправке. На какое мне Аральское было ехать вообще, о чем я думал? У меня вся машина. Просто, причем я реально там чуть не застрял. Просто на такой резине, по такой каше ездить, конечно, это то еще удовольствие. У меня даже ручки, блин, даже сюда грязь прилетела. Сейчас покажу, где я ехал. А проехался-то я всего вот здесь. Вот, меня здесь на выезде. Меня тут даже занесло, я тут угла дал, короче, когда на заправку выезжал. В общем, смысл в том, что ехал-ехал я по дороге вот здесь и немножко просохатил поворот на заправку. Проехал дальше, вот до туда, где вот этот вот белый забор, короче говоря, и думал развернуться, а потом смотрю, то там вроде дорога какая-то есть, как бы вот такая. А, собственно, ночью был дождик. И вот, вот во что это превратилось. Ну, то есть, реально, вот я в одном месте. Ну, не то чтобы я думал, что я застряну, но как-то, знаете, было не очень уверенно, так сказать. Ну, потому что все-таки понятно, что резина у меня шоссейная, как бы, она замыливается просто вообще в лед, вот просто моментально. Поэтому все мои влажные мечты о поездке до Арала, особенно сейчас, я думаю, в середине лета, когда все более-менее подсохнет, тогда, наверное, можно будет ехать. Но тоже надо будет подумать, и надо к этому, знаете ли, серьезно подготовиться, а не так, как я обычно, с наскоку. Эй, поехали! Пока еду в Муйнак, решил вот рассказать вам про дорогу, как здесь вообще, что здесь, как тут дела обстоят. Короче, когда выезжаете из Нукуса, там поначалу километров, наверное, 20 вы будете ехать по разного рода там кишлакам, как бы населенным пунктам небольшим, иногда даже большим. Вот, и там в целом, ну, плюс-минус как-то, ну, дорога. Ну, то есть, да, иногда бывают там ямки, ухабчики, там какие-то заплаточки, вот это вот все. Ну, в целом, плюс-минус нормально. Потом, что меня очень сильно удивило, вы выезжаете на трассу, прям нормальная такая трасса, очень хорошая трасса, по две полосы в каждом направлении, там отбойник, там само полотно просто прям реально очень хорошее. То есть, ну, там местами есть, знаете, там небольшие какие-то косячки, но в целом, полотно прям отличное. И вот так вот вы едете 60 километров. А потом вы сворачиваете. И эта трасса идет дальше. Я всегда, когда с таких трасс сворачиваю, мне так грустно становится. Вот. Сворачиваете вы, собственно говоря, в какие-то тоже кишлаки. Там небольшие населенные пункты. И едете по дороге. И дорога там, я вам скажу, ну, прям таки вообще не очень. То есть она прям в ямах вся. Плюс ко всему ездят там Дамасы. Они там в роли маршруток выступают. И в целом, вот, кстати, знаете, я в ролике про Наманган говорил, что я прям бомбил жестко от того, что в Намангане, казалось бы, в городе, в котором живет 600 тысяч человек, там очень много вот такого рода извоза, когда Дамасы ездят как маршрутки и развозят людей. Вот для маленьких вот таких населенных пунктов, кишлаков, это нормальная история. Но для Намангана, вот что бы вы мне ни говорили, нет. Так вот, потом заканчиваются кишлаки и начинается дорога, по которой можно ехать типа 100 км в час, но я вам сейчас покажу, как она выглядит. Как раз доехал вот до места, вот иногда вот встречаются вот такие вот просто прекрасные. Это еще, кстати говоря, более или менее, ну, блин, если здесь ехать соточку, мне кажется, весело будет. Здесь ездят фуры, я уже встретил один продос, который, по всей видимости,
экспедиционник. Ну, там на нем было написано Арал Си. То есть это, скорее всего, туристов возят как раз на Арал. И я вот хотел сам до туда попробовать доехать, но я, честно скажу, я очканул. Я лучше в следующий раз поеду, не знаю, может быть, даже банально на поезде, если это возможно, доеду до Нукуса, а уже из Нукуса вот с какой-нибудь такой вот экспедицией поеду. Потому что, как показала сегодняшняя практика, когда я ехал рядом с Нукусом, там, Геур-Кала, и вот ночью буквально чуть-чуть полил дождик, ну, он реально чуть-чуть был, потому что утром я вот только слегка увидел следы на асфальте. Мокрые. Так вот, и у меня уже там просто резина замылилась, капец, в хлам. И просто, ну, реально, я так думаю, что здесь, над Муйнаком, там чаще дождики идут. Да, вот сейчас у нас, кстати, небо разъяснилось, а до этого прям было очень пасмурно. Ну, то есть, ну как, просто серое небо было такое, серое, и все затянуто было. Вот. А вот это, собственно говоря, вот я уже одну стелу Муйнак проехал, но это не та, которая на въезде в город. Я так понимаю, это стела на въезде в район. Тут вот смотрите, какие уже пейзажи с той стороны. Вот. Ну, дорога, ну вот смотрите, вот здесь, в принципе, можно разогнаться до 100, наверное, даже. В целом. Вот я сейчас еду 70, сейчас разгонимся. Как бы разогнаться можно, но, видите, вот тут вот эти вот ямы, то есть постоянно нужно лавировать между этими ямами. Вот, а иногда вот встречаются прям какие-то куски, вот как типа того, который я вам первый показал, что просто там оттормаживаться в пол нужно. Поэтому как бы ехать на самом деле, вот я сейчас до 90 разогнался, ехать по этой дороге 100, ну такое себе. О, смотрите, какой кусок классный. Ну, все равно с дырками, ну ладно. Но он классный, ровный вроде как, даже шуметь меньше стало. Так вот, ехать 100, как бы, ну такое себе развлечение, потому что реально можно просто не успеть оттормозиться перед такой штукой. И там, ладно, подвеска, пес бы с ней, но если здесь пробить колесо и стоять его менять, как бы, а если еще и запаски нет, а если, например, как у меня, по-моему, докатка стоит, ну, короче, очень много если, поэтому, наверное, здесь хорошечно ехать километров 50-60, чем я сейчас и займусь, собственно говоря, надо притормозить. Еще добавлю по дороге, знаете, вот километров 50 до Муйнака начинается, в принципе, более-менее сносная дорога, то есть вот сейчас я еду даже, ну, здесь как бы видно ямки, но тем не менее, вот видите, участок совершенно такой нормальный, как бы ровный, тут можно разогнаться более-менее, но будьте все равно внимательны, потому что я сейчас вот так вот вроде тоже была хорошая дорога, я ехал-ехал, все было нормально, а в итоге я просто, вот точно так же была, знаете, такая прям новый асфальт, видно, как бы прям положено, еще никакой разметки, ничего нет. Потом пошла вот такая же вот дорога, как вот сейчас вот. И потом там просто в одном месте было офигенно широкое ямище. И я прям жестко так влетел задним левым колесом. И тут, наверное, стоит уже просто мне петь оду китайским шинам, потому что у меня что летняя, что зимняя резина, они китайские. Конечно, на зимней я не ездил по таким колдобинам, но как, в принципе, именно зимняя резина, она показала себя очень даже неплохо. Это вообще был мой первый опыт эксплуатации шин без шипов зимних. И в целом мне понравилось, так скажем. Вот. А это летняя резина, то есть она не новая. Я с этой резиной купил машину. И, блин, она себя показывает прямо очень хорошо. Потому что, что вчера вот этот вот отрезок трассы километров 100 перед Нукусом, который очень, не очень, что сейчас я еду. Ну, в целом я слышу, что колесо там в порядке себя чувствует. Потому что если бы я ехал на ободе, я бы это тоже уже почувствовал. Но пробило прям знатно, то есть подвеску прям пробило. Вот, и еще один совет. На этой трассе, вот когда вы здесь едете на Муйнак, если вы видите знак 40, то есть в любом случае, как бы, конечно, когда вы видите ограничивающий знак, это говорит о том, что он тут не просто так стоит, и скорость лучше сбавить. Но вот здесь, это прям 100% работает. И вот сколько я таких знаков не видел, я вот вижу знак, надо, значит, сбросить. Я сбрасываю, и там просто такой трэш. То есть вот они реально ставят эти знаки перед дорогой, на которой реально какая-то лютая дичь начинается. Я сейчас не знаю, получится ли мне такое заснять, но я несколько уже таких проехал. Ну, вот здесь вот знака не было, но вот тут вот тоже как бы хорошечно бы хотя бы до 50-60 скидывать. Вот как-то так, такая дорожка. Ехать полчаса еще осталось. Ой. Что-то тут подоспелась дорога. Ладно, поеду дальше. Ну вот я и доехал до стелы Муйнак. Блин, круто. Я на самом деле, когда смотрел другие видео, я видел вот эти чешуйки. Я думаю, классно сделано. Думаю, почему они так переливаются?
переливаются они на солнце. Мало того, что они переливаются на солнце. Точнее, как, я сначала подумал, они на солнце переливаются. Потом я такой, не, наверное, их как-то так подсветили специально. А сейчас я вижу, что их просто сделали, как бы, что они висят, а из-за того, что дует ветер, как бы, они переливаются на солнце, но они еще и шуршат прикольно. Надеюсь, это слышно. Вообще, знаете, какая-то интересная такая штука. Вроде погода разъяснилась, вроде солнце вылезло. Ой, тут ветер, конечно, вообще жесть какая. Меня прям сдувает. Вот. Но, посмотрите, это вот, вот что это? Это туман? Или что это такое? Сейчас я в другую сторону развернусь, там ветер будет дуть. Ветер в харю, а я шпарю. Короче, реально какая-то странная история. Вроде как бы по ощущениям это не туман. Или это что, пылевая буря, так называемая, надвигается? Но она со всех сторон, что ли, надвигается? Или я в ней уже нахожусь? Что происходит? Ничего не понятно. Вы знаете, в этой потрясной дороге есть свои плюсы. У меня очистились колеса от глины, причем полностью. Там внутри арки, конечно, не особо очистились. И на порогах все осталось, это говнище. Но зато хотя бы колеса стали чистые. Так, посмотрим, что у нас с правым колесом. Да не, вроде с правым, ага, с левым, которым я в эту яму плюхнулся. Да все нормально. Едем дальше. Ну что, получается, я добрался. Вот стоят два кораблика ржавеющих, которые когда-то бороздили просторы одного из самых больших в мире озер, соленых озер. Все-таки Арал — это не совсем море, он всегда был озером. А там вон буренка ходит. Ладно, пойду вниз. Вон там вон еще виднеются вдали. Блин, ну погода, конечно, погода нелетная. У меня даже это, я сейчас, когда парковал машину здесь, обратил внимание, что у меня камеры, задняя камера, и в которой в правом зеркале, короче, там их залепило, по всей видимости, я не знаю, тут вот реально это, видимо, то, о чем рассказывают, что, короче, пылевые вот эти вот, солепылевые бури вот эти, потому что, ну, как бы на грязь не похоже, да, они прям вот просто, как, знаете, как вот матовыми стали, ну, изображение с этих камер. Правда, что-то солененькое. Интересно. Надеюсь, не отравлюсь. Коровка, скажи ему. Такой смотрю. Что ты снимаешь? Папарацци хренов. Да, интересные, конечно, ощущения, когда топаешь вот так вот по дну. По некогда дну. Море, озеро. Уж не суть. В фольклоре называют Аральское море. Я его тоже буду называть Аральское море, потому что я понимаю, что это озеро, но принято называть морем. Так, ребят, ну что, я подкрепился, поеду сейчас обратно по этим колдобинам домой, точнее не домой, а пока что в Нукус, в гостиницу в Нукусе. Блин, честно, немножко очкую, потому что, знаете, у меня... Вот это вот запасное колесо, которое в Каптиве есть, по-моему, оно в принципе там докатка, это во-первых. Во-вторых, оно уже там получается с днища внизу. Если вдруг у меня что-нибудь случится с колесом, я не знаю, что я буду делать. Потому что, как бы, я вряд ли это колесо вообще откручу. Вообще, первым делом, в принципе, когда приеду в Ташкент, поеду на сервис, надо будет проверить, как откручивается это колесо и откручивается ли оно вообще. Надо будет, естественно, перетряхнуть подвеску, потому что, мне кажется, там... кое-что, кое-где немножко прохудилось. Да, и тормоза посмотреть. Что-то колодочки, мне кажется, уже не очень стали. Вот. По заправкам. Что-то я в Муйнаке не нашел заправку. Во всяком случае, Яндекс мне что-то упорно не показывает никакую АЗС. Может, здесь только газ. Но в любом случае, двадцаточка у меня есть в запасе. И плюс. Ну, в целом, я до той заправки, которую мне показал Яндекс даже на карте, я до нее доеду. Это 100 пудов. У меня где-то полбака. Ну, кстати, полбака реально, блин, сожрала Каптива. Жесть. Слушайте, что вот про Муйнак? Погуляла здесь маленько, да? Я скажу так, что вообще очень интересное место. Сюда бы немножко как бы денег вложили.
в ремонт дороги в первую очередь, потому что только в этом на самом деле проблема. Вот, чтобы люди могли сюда нормально просто ездить, потому что, ну, то, что я вот уже показывал, как бы, да, все эти прелести и роскошество этой дороги чудесной. Вот. И в целом, мне кажется, уже бы людей больше бы сюда стало ездить. Потому что, ну, сейчас, вот я, например, в Бухаре видел, что уже, как бы, туристический сезон, да, начался. Людей много реально, действительно. Но вот до сюда доезжает как-то уже не очень много. Во-первых, нужно больше про это говорить, вообще, о существовании этого места, чтобы сюда люди ездили. Потому что, мне кажется, в принципе, на этом можно деньги зарабатывать. И как минимум для местного населения. Потому что, опять же, я очень долго искал кафе. Если бы сюда часто ездил турист, то, как бы, здесь были бы кафе. Они бы здесь работали. Вот, хотя бы, как минимум, в самые такие туристические сезоны, да. Ну, вот именно весной, там, в апреле, в мае. Вот, ладно, все, я поехал дальше, поехал до Нукуса. Надеюсь, все будет нормально. Если что-то в дороге будет интересненького встречаться, я, конечно же, совершу прямое включение. Ну, короче, вот километров 20 от Муйнака отъезжаешь, и начинается вот уже вот такая вот... Такое дырявое полотно, я бы сказал. Но это еще, кстати говоря, ничего. И, кстати, вот мы тут сейчас уже, мне кажется, я проехал основную часть не очень хорошей дороги. То есть тут просто кусочек, как бы. Вот. Я думаю, сейчас мы километров 20-25 еще проедем вот более-менее вот так, чтобы, вот, знаете, такие кусочки. Но я говорю, эти кусочки с подвохом, потому что ты вот едешь вот так вот, ну, более-менее нормально, да, там есть дыры какие-то, но хотя бы есть какая-то там то правая, то левая полоса, то посерединке становится так, что, ну, можно нормально ехать. Вот. А дальше, ну, я постараюсь там поснимать. Ну что, Яндекс оказался гадким обманщиком, потому что здесь вот целый Узбекнефтегаз есть. Я залил полный бак бензинчику. Так что теперь точно хватит. Не, вы знаете, на самом деле у страха глаза велики, как говорится. Потому что, когда выезжал из Муйнака, мне навигатор показывал 84 километра до съезда. Вот сейчас до съезда осталось 15 километров. И только вот получается, вот эти 15 километров будут самые такие не очень. А при всем этом... Вообще, знаете, когда едешь назад, дорога кажется уже вполне себе, ну как сказать, не то чтобы хороший, как бы, но уже не такой страшный. Я уже вроде даже ни разу не влетал так в яму, как при поездке туда. Я даже, наверное, пару раз влетел, просто один раз прям сильно, а один раз прям, ну так. Вот. Но дорога, конечно, от этого лучше не стала. Это просто я уже, как бы, наверное, к ней подпривык. И... Ну, это вот капец, конечно. Вот это еще, знаете, как бы более или менее здесь хотя бы можно как-то, оставаясь на дороге. А очень часто приходится вообще, в принципе, по обочине объезжать проще. А в некоторых местах там просто вариантов нету. Там даже на обочине не объедешь, как бы. Ну, вот как-то так. Ну, то есть, получается, да, вот реально прям такого прям плохого тут... Ай-яй-яй. Где-то километров 15. Так что, если что, вот... Вот, ай-яй-яй. Короче, как-то вот так вот интересно. Вон, видите, машина по обочине фигачит. Потому что там, видимо, что-то интересное. Сейчас посмотрим. Ну, вот здесь вот тоже, вот видите. И вот тут вот всего полосочка, как бы, и по обочине особо не объедешь. Потому что там, видимо, видно хотя бы, что лужи. Ну да, здесь. Такое себе. Ой. Вон тоже человек зигзагами едет, объезжает. Короче, вот такая тут веселые 15 километров мне сейчас предстоит. Вот, видите? Вот тут по факту, вот где тут объезжать? Здесь дырки везде. На обочине дырки. Так вот и ездим зигзагами. Я еще, кстати говоря, в видео про Муйнак говорил, что у меня усы соленые стали. Так вот, помимо того, что усы соленые стали, вот люди, кто бороду носит, они поймут. Когда вот какие-нибудь работы поделаешь, пыльные, знаете, там, типа, что-нибудь перфоратором там посверлишь, вот это вот мелкодисперсная хреновина тебе в бороду набивается, и она прям такая жесткая-жесткая становится. И вот у меня сейчас борода просто капец жесткая, я прям аж не знаю, как солома просто. А я всего лишь пару часов по Муйнаку погулял во время, когда там буря была. Я, правда, после того, как покушал, я вышел, и вот уже стало ясно, и вот здесь вот тоже сейчас ясно, солнце светит. И небо голубое. Да, и песок у меня на зубах тоже скрипел. Вот после буквально, я когда как раз шел искать какое-нибудь кафе,
Я такой иду, что-то такое думаю, что-то странное. Потом такой, а у меня на зубах прям реально скрипит. Даже здесь видно, какая кайфовая дорога. А здесь-то она еще кайфовее. Смотрите, какая ямка классная. А здесь просто реально проще по обочине ехать. 4 километра осталось. Я тем временем решил из Нукуса прямиком в Самарканд ехать. Возвращаюсь домой уже. Вот, собственно, часов... Сколько я? Часов 5 уже еду. Уже выехал на нормальную вот эту трассу, которая между Бухарой и Нукусом. И вот решил остановиться какой-то Саримой Чойхонахи. Вот такая. Сейчас посмотрим, что у них есть интересного поесть. Кстати, здесь же рядышком, оказывается, есть даже зарядка для электромобилей. Так что все очень даже цивилизовано. Бензин хрен найдешь, а зарядка для электромобилей есть. Прогресс шагает. Такие вот тут топчины. Сейчас сяду. Сяду на топчанчик. Мне принесли черный чай, который разработан лучшими мировыми экспертами. Должен быть с лимоном. Пока принесли только чай и лепешки. Вообще я заказал еще жиз уйгурский. Вообще жиз мне очень нравится, но жиз — это блюдо из баранины, которое сначала варят, а потом жарят в жире. Во всяком случае, вроде так звучит классический рецепт. А я решил почитать, что такое жиз по-уйгурски. А я так понял, что там мясо другое. Пишут везде, что курица. Не знаю, сейчас попробую. Интересно, по-уйгурски я жиз еще не пробовал. Вообще, как джиз произносится. Пошло вроде блюдо из джизака. Но сейчас его, в принципе, везде в Узбекистане, ну, много где готовят. Не знаю, не только в джизаке. Я вообще повсеместно его встречаю, как бы. И в целом, да, это очень крутое блюдо. Но вот по-уйгурски я еще не пробовал. Сейчас оценим. Да, еще заказал манты. 3 штучки. Наконец-то принесли мои манты. Они прям, слушайте, и прям большие. С полладохи, наверное, моей. Манты очень вкусные. Сейчас покажу, что у них внутри. Ну, как ни странно, мясо рубленое, вот так вот, с лучком. Шикарно. А тут еще и жирочек. Красота. Какой лимонный. В общем, не судьба мне была поесть уйгурский жиз. Официантка меня неправильно поняла. Мне его, короче, просто не готовили. Я просто так там просидел. Сейчас уже ехать надо. Я 40 минут, наверное, там потратил. Ну, в общем, на самом деле, как бы, сам дурак, надо было раньше понять. Или лучше объяснять, я не знаю. Но смысл в том, что место прикольное. Есть электрическая заправка здесь. И бескрайняя пустыня. Вокруг меня. Такое ощущение, что что-то там небо прям затянуто так. Может, и дождик пойдет. Какие ваши ставки? Будет дождь или нет? Мне почему-то кажется, что я до него так или иначе доеду. Кто ставил на дождь, вот и он. У меня такое ощущение, что я в пустыне дождь чаще вижу, чем в Ташкенте. Но реально, я вот год назад, когда ездил в Хиву, тоже в пустыне вот здесь был дождь. А в Ташкенте, ладно, вру, конечно. Зимой дождь часто бывает. Он, кстати, все сильнее и сильнее становится. Я, видимо, все-таки выезжаю в какую-то дождевую зону. Вон там машина спереди, я ее даже плохо вижу. Похоже, там сейчас вообще ливанет. Да, дворники уже интенсивнее стали молотить. Кто хотел АСМР-видео с шумом дождя? Хотя, не знаю, может быть, больше шум колес слышно, а не дождя. Вот сейчас вообще нормально вжарил.